Я мистер Хопс. Поставь лайк за 3 секунды, если не хочешь поиграть со мной. Так, ну что ж, должно все пройти успешно. Фласочка, о, ты как раз мимо проходишь, привет. О, привет, Насик. Я, короче, хотел попросить тебя сходить со мной. Я построил специальный челлендж, который ты должна пройти, понимаешь? Вау, ух ты, покажи. Короче, находится это где-то там, вот в той стране я построил, совсем недалеко. Сейчас чуть-чуть надо добежать, и реально там такая веселуха, ты офигеешь. Там надо, короче, угадать монстра по звуку. Я вся во внимании. По звуку? Офигеть! А где? А я не понял, а куда делать? Значит, ты что-то перепутал. Не может быть! Да я ж где-то тут строил! Может, у тебя случилось дежавю, тебе кажется, что это было наяву? Еще есть! Девушка Стив нападает! Отвали от меня! Боже! Бежим, блин, это совсем не то место! Ой, так, короче... Блин, ну это то место, я тут строил. Да погоди, погоди, Насик, мне тут звонят. Алло. Приветствую тебя, Фласочка. С тобой рядом сейчас Насик, бро, верно? Ну да. А вы кто? Так вот, мы все об вас знаем. У нас есть информация, что вы находитесь сейчас в деревне Виллидж, такая карта. И, в общем-то, тут очень много средневековых домов. И вы сейчас заметили то, что у вас пропали испытания. Все верно? Да, все точно. Так вот, мы очень известная хакерская компания, которая может спокойно переносить чужие постройки к себе на базу. Адрес вы хорошо знаете, этой компании не один раз я вас тревожил, когда Насик не смог из-за этого записывать видео. Это делали все мы. Так вот, теперь мы сдианонизировались для вас. Теперь вы можете посетить нас. Вот так вот. Ваше испытание находится у нас на базе. Если хотите, приходите. Только вот вас сразу пристрелят. Так что лучше заканчивайте видос, на самом деле. И просто... Да пошли вы! Идите в жопу, пока. Я в шоке, Фласочка. Нам стоит выбросить этот телефон, чтобы они за нами больше не следили. Не, подожди, подожди. А какой там адрес? Это знаешь, где находится? Где арена? Ария 40... Ой, 51 или как там? Но это? Они же нас убьют. То самое. Слушай, а давай рискнем. У нас же столько брони. Да мы наденем все и ну, пойдем да. Вернем наши челленджи. Я же не зря их строил. Они не первые мои видосы воруют. Ну ладно, давай. И, наверное, все удалили вот просто. Крыс, скажи. Да вообще капец. Частные люди. Бежим Бежит быстрее хай. Надеваться. Нам надо на... Готовиться, короче. Мы будем выходить ночью или утром? Ночью, думаешь? Как думаешь? Давай ночью. Давай. Ну чё, Фласочка, это то самое место? А то чё-то непонятно. Походу. Ну, вроде по координатам все верно. Так, и чё там? Слушай, божечки! Мы нашли! Там реально офигенная база! О, боже! Чёрт. Мне напомнило такое, какую игру, которую я проходила недавно. На, надень вот эти очки Клокера, офигеешь. Все видно. Ночное зрение, так сказать. Ну что, попробуем? Обалденно видно. Я сделал первый выстрел. А мы должны всех убивать здесь теперь, на этой базе. Чтобы прокрасться. Ой. Так! Я убил одного! Все нормально. Так, хорошо. Ладно, я обычный шлемак надену, мне и так все видно. Ой, я упал. Ладно, сейчас. Секундочку. Тяжело забираться. Фласочка, залезаем на базу! Оп! Осторожно, только не прыгай сюда вниз! Ты упал. Ладно, заберись вот там. Да, забирайся, короче, перепрыгивай. Потому меня здесь... чуть не пристрелили, прикинь. Офигеть! Давай я размещаю сумку. Надо похилиться. У тебя хп много? То где он? Это снайпер! Че, реально 2 хп? Боже, а ты на сумку нажми, на сумку вот эту вот, которая лежит. А, да, ты птичка. Похилишься. О, все, у меня полная. Так, я же выложил уже. А я свою. На! Давай. Ой, идет еще зомбак. Что? Тихо. Наш штурмовик, чертов. Уф, я его завалил. Это очень стрёмно. Так, зашли в базу. Еще. Ай, ай. Мне кажется, тут нужно стелс. Да, тут надо стелс реально. Так, одного. Ой, тебя сильно убивают? Ну так, одно хп. Хилки надо использовать. Я еще одного привалил.
Зашел в базу. Так, здесь охрана какая-то. Ой. Нет, не выламываю дверь. Все, пусть он там сидит. Так. Проходим дальше. Я залезаю по лестнице. Ой! Там много. А как обойти, чтобы зайти нормально? Там машины какие-то, предупредительные знаки. Не знаю, Фласочка. Черт, меня заметили. Я понял, может, у охраны можно открыть? Открыть ворота требуется ключ 909. А где ключ 909 найти? Так, у меня никакого ключа нет. Пока у охраны. А, да, ты права. Фига ты умный. Дун-дун. Так, здесь ключ где-то должен быть. И ключа до сих пор нет. Странно. Где же он? Черт. Может, он тут? Нет, не... А, нету. Слушай, может, вы... А, нашел! Он в сундуках был. На складу. Так, теперь мы заходим к охраннику и ставим ключ. Смотри, ворота сейчас откроются. Смотрим. Открылись? Да, открылись. И тут сразу же два штурмовика, которых мы должны приводить. На, я зажал на полную. У меня лоу хп. Мне надо похилиться срочно. Так, я похилился. Хасик, еще эти зомбаки, начинают попадать. Меня тоже зомби бьет. На! Тихо-тихо-тихо, не бей меня, пожалуйста. Все, я убил. Так, хилимся. И я прохожу вперед. Ой, тут еще зарбашок. Убил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, Фласочка, эта база очень тяжелая. Так, еще совсем чуть-чуть. Ну что же он прячется? Еще одного убьем. Там еще сзади. Осторожно. Так, все, привалил. Сзади пока никого. Уф, есть хилки? Хилки, да, на, лови. Пожалуйста. Аптечку, лови аптечку. Спасибо. Так, разместил. И проходим вперед. Что же у нас тут еще? Боже, как их много! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фласочка меня подстреливает. Да, ты прям весь в стрелу. Ты прям как одуванчик. Ай! Кто там офигел вообще? Я вообще не понимаю, что происходит. О, так, черт. Хедшот. Я вроде почти всех привалил. Так, проходим вперед. Еще! Ой! Меня сейчас убьет! Лови, лови! Быстрей! Ты ну ты кинула! А, нет! Я умер. Да! Начинаем воевать дальше! Боже, как мы далеко зашли с тобой! Что? Так, сейчас потише. Слышь, смотри, а тут костюмы. О, это химические костюмы, но они нам не нужны, наверное. Амогусами. В натуре мы можем стать амогусами. Так, смотри, здесь кабинеты какие-то. Так, сюда нам не надо. Это, кстати, какой-то огромный завод, походу. Так, ага. Мне кажется, это... Еще это одного? Это секретная база. Вот они! Так, смотри, здесь написано как раз челлендж мой! Тут записано, какие там звуки. Капец, это же место хакеров. Слушай, и, короче, можно переместиться прямо туда сейчас. Это рядом с базой. Давай, давай, давай. Перемещаемся? Давай. Тогда я нажимаю окей. Раз, два, три. Ой, нас заметили. Дрон. Боже, убиваем его. Ну, нифига себе. Так, все, он отлетел. Не, он снова подлетает. Какой наглый. Боже. Слушай, Фласочка, а как нам угадывать, если здесь чертовы дроны? Ты тут вообще? Я тебя потерял. А, вижу. Все, ты вон там. Да, я тут. Угу. Короче, нам надо угадывать сейчас звуки. Вот они. Кстати, здесь совсем другие мобы. Я не ставил аниматроников. Прикинь? Другие? В смысле? Ну вот, вот тут аниматроники написаны. Боже, я других монстров ставил, я точно помню. Так, ладно, давай сначала мы начнем с первого звука. А, это второй. А какой первый? Они решили, кажется, все его нам поменять. Короче, ладно, давай второй тогда звук, вот этот вот попробуем сейчас. Давай. О, у нас вот эти штучки появились, короче, смотри. Shift и левая, ой, и серединкой мышки двигай. Вот, и вот так вот можно ломать. Только подожди, пока что не ломай. Слушай, а как нам, короче, второй звук угадываем сейчас? У меня здесь пад есть специальный, который даст слушать звуки. Чё, врубаю? А, давай. Кто это?
маги! Маги, маги! Да, изи звук. Офигеть, да. Конечно. Мы его как уже родное знаем. Да вообще. Там уже рост. Слушай, а можно побольше? А, можно целый блок ломать. А, стоп. Как целый блок ломать? А, во, нашел. Смотри, рассыпаются прям. Капец. Оп. Боже, у меня лагает. Нет. Еще и орёт Хаги-Ваги. Хватит, прекрати. Так, я знаю, как с этим бороться. У меня есть специальная команда. Все, видишь? Сразу все пофиксил. Сразу все хорошо стало. И это Хаги-Ваги. Все верно. Так, тогда я звук отрубаю, чтобы больше его не слышать. Это жуть. Так, тогда откроем. И вот он, Хаги-Ваги. Ты Хаги-Ваги. Дрон чёртов. Как мне звук потише? А, вот. А, нет. Что же это? Чего? Смотри, я убила Хаги-Ваги. А, понял. Во, я звук потише сделал. Хаги-Ваги убит. Ну, мы молодцы, теперь идем в следующее. Так, 4. Противник ликвидирован. Врубаю звук 4. Очевидно. Это мистер Хоп. Да. Прям сразу это понятно. Хоп было. Да. Открываем потихонечку. Распаковали. Так. Это распаковка, чек. Да. Боже. Ну да, это мистер Хоп. Боже, заходим. Вон он! Смотри, какой. Ой, боже, он страшный. Знаешь, когда ему стреляешь, он такой, как ты пропал. Сейчас я его застрелю, а тебя не слышу. Какой он? Когда в него стреляешь, он как будто кровавый. Кровавый? Не видел. Красный. А, типа красный, понял. Давай теперь в следующий тогда. ФНАФ аниматроником выключаю этот звук. И здесь у нас очень много звуков. Нам придется угадать. Первый звук. Так, врубаю. Я, ну, бло полное, поэтому. Я тоже. Давай. Ой, спать захотелось. Это не балун? Нет. Нет, это не балун. Балун-бой, он такой, хай. Надо. Может, это Чика? Не, на Чику не похоже, у нее нет музыки. Марионетка тоже не похожа. Ты помнишь, какая у марионетки? Не, не помню. Я давно играла. Блин, убаюкивает прям. Да, хочется спать. Короче, я не знаю, кто это. Открываем? Давай. Что? Shadow Bunny? А у него музыка есть? Офигеть, кстати, он такой крутой, посмотри на него, боже. Он красивый, нормальный. А он вроде из второго ФНАФа. Жесть. Пец. Чё, следующего пятого. Пятый, это у нас вот этот звук. Угадаешь? Я уже... Нет. Фокси? Нет, ты чё, музыки Фокси нет. Банни? Кто? Бонни. Нет. Бонни, вот он, Shadow. А есть простой Бонни, но у него музыки нету. Думай еще. Я только недавно произносил. Мангл. Нет. Только недавно говорил. Недавно? Да, да. Марионетка. Да! Открываем. Уху! Ой. Марионеточка. Меня больше всего пугает марионетка, но мне нравится марионетка больше всех. Так. Я еще какое-то видео на ютубе смотрела с марионеткой, и такое грустное было. Понял. Слушай, шестой звук. Это Balloon Boy. Нет. Господи, ужас. Мне страшно от этого звука. Ждем, я еще не понял, кто это. Какой у него истошный крик. Да, седьмой звук. Стрёмный. Фредди. Ну, Фредди, это понятно. Мышка Фредди. Мышка Фредди. Мышка Фредди. Ой, чё режу? Чё смешно? Так, третий звук. И это у нас... Ой, как громко. Боже. Что это? Я не знаю. А, это ягнёнок? А, нет, это с кинотеатра. Да?
Это ягненок! А, ягненок. Я такого не помню звука. Да, я тоже что-то забыла. Ягненка нет. А я, кстати, нет. Сначала сказала, ладно. Это ягненок, по-моему. Боже, этот звук, он такой страшный. Ну, я понял, да, ты сначала угадала. Попал. Так, а что следующее-то? Мы все четыре коробки обошли. Там еще а сзади может, вроде. Сзади? Да, там сзади да, еще. Да, сзади. Че, слышим дальше? Сленди пузики, черт! Ты хочешь Сленди пузиков или вот этот звук восьмой? Не, давай пока восьмой, да. Давай восьмой. Так, по счету сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Слушаем. А где звук? А! Не узнаю. Чё это вообще? Я не знаю. Погромче я сделал. Я вообще не знаю такого звука. Я тоже. Вот и похоже на кричание китов умирающих. Блин, ну как так? Что это такое вообще? Как это можно Бесь, угадать? Я не знаю, я впервые слышу. Давай открывай. Уверена? Не знаем. Да. Кто это? Слендермен? А-а-а! Это из Little Nightmares. Этот тонкий человек, как-то так его. Боже. Ты чё здесь козявок накидала? Я сердечко делаю. Ужасное сердечко сделала. Сделай ему это. Усы. Ну ты вообще... Ну и звуки у него. Ладно, пошли отсюда. А, есть что-нибудь? Да. Смотри, так же... У меня почему-то залагало во время... А! Боже! Ну и черт с ним. Стой. Ты тут? Ладно, проехали. Выходим. Господи, господи. Я выключаю этот звук. Что за фигня? Оно начало лагать. Капец, прям, когда я думала, что... Да. Я подумала, нападает на нас. Да, божечки. Я думала, у нас все, конец там. Не, ну Дзинмен, он вообще стрёмный. Боже, сколько ну, давай, здесь слэнди-пузиков. Я вообще не угадаю слэнди-пузиков. Девятый звук сейчас врубаю. Так, раз, два, значит, три, четыре, пять, теперь гадаешь. Шесть, семь, восемь, девять. Чинки-винки, сразу понял. Боже, ну и крик! Давай потише. Сумасшедший. А, я уже прошел. Палату его надо. Боже, смотри, это из ФНФ, кстати. Так, десятый теперь. Десятый звук. Страшно. Боже, кого-то кого-то режет пилой. А это вроде с пилой такой зеленый. Я помню, я Сленди пузиков снимал. Слушай, я угадал? Да, и он без головы, кстати. Да. Боже. Блин, жесть, страшно. Вот такой вот. Я вспомнила, боже, игру, я где это нужно хочу... было телепузиков рубить. Ой, ну ты вообще Пилой. Вспомнила. Слушай, давай не будем вот это смотреть, это ужас полный. Так, давай. Одиннадцатый звук теперь. Да, я согласна. Ой. Боже, кто это? А, черный. Это кто? Это По! Это а чё он такой страшный? Какой-то боже. Таракан. Ну нафиг. Проехали, короче. Двенадцатый звук рубаю. Ну что за крики? О, это... Я припоминаю этот звук. Боже! Это... Лава или как это там его зовут? Лава! Лава, скромник. Так, тринадцатый звук. Руба. Боже, ну я это никогда в жизни не угадаю. Ну давай смотреть, кто это. Боже, господи, как же он орёт. Это Огр Тинки-Винки. Да, это Тинки-Танк. Поняла? Из Left 4 Dead. Там тоже танк есть, зомби. Давай, так, давай. Ты что, открываешь? Боже. А кто это такой? Это... Фу, боже, чё это... Чё горилла. Они такие страшные?
Знаешь, как называется? Клау Туби. То есть это обычный телепузик. Это какой-то из телепузиков Клоу. Клоу это у нас, наверное, клешни или как? Я не знаю. Нет, по-моему, Туби. А, нет. Клоу, мне кажется, клешни. Ладно. Так, следующий звук, это у нас... Ужас. Это был 13-14, вот он, 15-й. Я же играл с обезьянками старую, вот похож на эту обезьяну. Вообще вполне, да. Так, следующий звук. Боже. Господи. Я психанул от этого звука. Открывай. Открываем. Я не знаю, кто это. Ой. Знаешь... Это как из Оно этот, Пеннивайз такой. Мне сломалось. Дай мне свою. А, у тебя тоже сломалось? Что? Да, я руками бью. Понял. Так, ты еще shift подержи и два раза вперед. Это какой-то черный телепузик. Это знаешь Shadow? Это Shadow Tube. Вроде так называется. Shadow. Это, короче, теневой слендипузик. Знаешь, у нас сегодня два теневых было. То есть теневой Бонни и теневой вот этот вот пузик. Прикинь? Вообще удивительно. Так, ладно, надо еще по опилкинам взять. Ну что ж, Флашечка, осталось всего два звука. И мы угадаем, как думаешь, этих двух слендипузиков? Или все-таки у нас все, конец? А? А, я думаю, угадаем. Угадаем? Нет, не угадаем. Не угадаем. Понял. Я не знаю. Я так... не угадаю. Я вообще не понимаю. Думаешь? Что это за хрень? Давай еще раз врублю. Есть предположение? Нет. У меня тоже. Блин, Власочка, ты все поломала! Я делала криппера! Что? Всё сломал сам. Видишь, крипер вот блоки был. Надо ломать вот так правильно. Что ж ты такое, Фласочка? Это... Пылесос! Как его там зовут? Ну-ну! Ну-ну-ну-ну! Боже. Жесть. Я даже не ожидал, что это его звук. Я так, ладно, тоже. Следующий. Я думал, там опять какой-нибудь чёрный телефон. Боже. Что за крики о помощи? Что это за звук? Это Йети! О май гад! Это Йети телепузик! Фу, какой он страшный, боже! Это какой-то, знаешь, Кощей? Кощей, реально! Кощей из мультиков «Снежная королева» там. Еще напоминает этого. Adventure Time. Снежного короля. А, да. Только худой, да, да, какой-то. Да. Блин, ладно, короче, надеюсь. А, он и есть, да, худой, да. Просто у него большая одежда, короче. Помнишь? Он на самом деле вообще худой. Да. Ну, вообще тощак. Ладно, мы все звуки угадали с Фласочкой. Ну, точнее, не все звуки угадали, но хотя бы посмотрели на страшных вообще монстров. Надеюсь, тебе понравился этот жуткий видос, и ты подпишешься на мой канал, если еще не подписан, и также на канал Фласочки. И если, конечно, ты подписываешься, то ты суперняшечка становишься. И неуязвимость к страшилкам X1000. Согласна, Фласочка? Да. Ну и, конечно же, не теряй! Пока!